Добрый день, меня зовут Майоров Олег, я заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области. И сегодня я расскажу об основах планирования, структурирования и управления проектами государственно-частного партнерства. В рамках нашего сегодняшнего разговора мы рассмотрим следующие вопросы. Во-первых, остановимся на основах проектного управления ГЧП-процесса. Рассмотрим регламентацию управления проектами. Очень важный аспект формирования единого уполномоченного органа, формирование ГЧП-команды, организация эффективного межведомственного взаимодействия. Рассмотрим вопросы, связанные с контролем и мониторингом ГЧП-проектов и введение информационных ресурсов, которые помогут при реализации и сопровождении проектов государственно-частного партнерства.